Ребята, здравствуйте. Мы находимся на канале Про Спорт, где в одном из кишиневских клубов, да, под названием Fit Express, проходит новая версия нового оборудования, да, X-Body. И сейчас нам о нем расскажут. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наша красавица, машинка X-Body. Она совершенно новая на рынке в Кишиневе. Мы первые сюда привезли. Это новшество для наших людей, но она очень популярна уже в России, в Европе, в Румынии. Уже более 500 тысяч студий существует вообще по миру. Мы стараемся познакомить наших ребят с новой технологией. В основном к нам ходят люди, которых дефицит со временем, потому что тренировка длится ровно 20 минут, она здесь так и запрограммирована. Люди, у которых есть проблемы с суставами, с позвоночником, которым нельзя заниматься с утяжелителями, это очень хорошее решение. Костюм. Я хочу выбрать бокс, мне очень нравится бокс. Вы бокс все 20 минут не выдержите. Почему? Давайте попробуем. Вы не выдержите. Давайте мы попробуем. Нет, бокс вы начнете. Вы можете несколько минут бокс. Сейчас Денис вам даст, допустим, пару упражнений. Я немножко тренировался боксом. Ну это. Есть понятие, и как бы я так. Ну, не профессиональный. Ну, Денис тоже не профессиональный боксер. Мы просто даем как на кардио тренировку. Ну, давайте, я согласен. Вот это основной провод, который подсоединен от машины к клиенту, к человеку, к персональному костюму, да, который производит основную работу. Работа скомпонована из двух частей. Работа своего организма и увеличение электростимуляции мышц за счет электротока. Ребята, вы знаете, там все так вибрирует, все уже само качается. Только одев этот костюм и включив аппарат, вы уже чувствуете, как мышцы начинают действовать, да, особенно пресс. Как поставили на пресс, даже попросил, чтобы поставили поменьше, потому что он уже начал напрягаться, и от этого напряжения начал форму принимает. Так что сейчас мы попробуем, что это реально такое. Мы, в принципе, все, побежали и оп, пошли, да. Началась тренировка. До минуты, минута 15 мы примерно легонько бежим, да, чтобы разогнать кровь по организму, по всем мышцам. Ребят, процесс просто замечательный. Вроде бы уже как бы прошло так 5 минут, а я уже мог. Пока бежишь, я тебе показываю еще упражнение. Все, стой. И да, хорошо, все. Все. Стоим. Просто стоим. 15. Стоим. Работаем. Ребята? Течет, мяч мокрый. Течет. Мокрый. Я могу своими вещами пол помыть. Последний. 5, 4, 3, 2, 1. Свободен. Ребята, я это сделал. Я 20 минут тренировался. Я шанговал, честно. Это устал. Ну что, Дениска, спасибо большое за тренировку. Молодец. Ребята, тренировка замечательная. За 20 минут можно сжечь ум у кого очень много, да? Работают все группы мышц. Бицепс, трицепс, спина, грудь, ноги, ягодицы. Девушки, особенно для вас, где вы хотите, чтобы работали мышцы, да? X-Body, Fit Express приглашают вас. Пробуйте. Не стесняйтесь, это не больно. Лично я ее проверил. С вами был я, Вова Владимир, и Денис. Инструктор. До свидания, ребята.